Здравствуйте. Специально для yarbala.ru. Я хотел бы сделать небольшой видеокурс о таком языке программирования, как JavaScript, для новичков. Я постараюсь максимально простым, доступным языком изложить основные принципы, возможности, особенности данного языка. Итак, что такое JavaScript? JavaScript – это интерпретируемый язык программирования, который создан был изначально для придания динамичности сайтам, веб-страничкам. В самом начале, когда HTML-страницы были неуклюжими и негибкими, в этом плане JavaScript был спасительным лучиком в общей массе безликих страниц. Изначально JavaScript назывался LiveScript, но не особо пользовался популярностью и решил сменить название на более популярное JavaScript, так как язык Java, к которому, кстати, JavaScript не имеет никакого отношения, был очень популярным. Разработчики надеялись таким образом повысить рейтинг своего языка. В настоящее время JavaScript очень интенсивно развивается, представляет собой независимый язык программирования, очень мощный инструмент для разработки. С помощью JavaScript можно практически делать все что угодно с HTML-страницей, добавлять теги, удалять, прятать, каким-то образом динамически их изменять. Можно менять стили страницы, динамически менять содержимое страницы в зависимости от действий пользователя, от движения мыши, реагировать на разные события, такие как клик, движение мыши, наведение на ссылку там, или на какой-либо объект, работать с куки, с файлами куки. Также есть такая технология на основе JavaScript, как AJAX. Это динамически загружаемое содержимое на страничку без перезагрузки страницы. Об этой технологии расскажу немного попозже, в следующих видеоуроках.